1277 год. Нужно рассказать о восстании Ивайла, довольно легендарном в Болгарии. Это такой был царь-пастух. Ну, к 70-м годам Болгария между Византией, которая возродилась, и монгольской по происхождению Золотой Ордой. И Золотая Орда, она периодически устраивает набеги на Болгарию. Румынию заселяют к тому же генуэзцы. В результате как раз вот Болгария вообще-то контролировала в основном и Румынию, как вот из этой карты понятно. Как бы вытесняют постепенно итальянцы, и итальянцев поддерживают как раз в этом плане Золотая Орда. Ну, это, в общем, даже не особенно интересует, потому что эти районы были слабо заселены, хотя и были заселены именно болгарами. А вот в центральные районы, которые хорошо были заселены, их грабят золотоордынцы. Царь был Константин Тих из династии Осения, и он не мог справиться с ними. Поэтому собрались сами крестьяне и устроили восстание под руководством этого Ивайла Пастуха. И Ивайло за короткий срок разбил полностью Золотую Орду. То есть, вообще говоря, если бы русские князья за дело взялись, подняли бы народ, они могли бы разбить Орду, потому что их разбили даже вот болгарские пастухи. Просто это им не надо было. Более того, каждый из русских князей рассчитывал, что Золотая Орда им поможет власть захватить. Ну, это начал еще Александр Невский. Ну, так вот, в Болгарии разбили монголов, а царь, законный Константин Тих, он начал посылать войска для подавления восстания, войска все разбегались, переходили на сторону Ивайла, и вся страна была им захвачена, только в Тырново, в столице, там сидела Мария, то есть вдова Константина. А Константин, сам царь, погиб, пытаясь подавить восстание. Как раз вот в 77 год это все происходило. Воспользовавшись тем, что в Болгарии война, на нее напал Михаил Палеолог, который ранее отжал значительную территорию Болгар от Македонии и все такое прочее, решил еще больше, видимо, отжать. Он хотел поставить туда своего ставленника, сына Ивана Осения, который тоже был из династии Осений. То есть у него был претендент на болгарский престол, но чтобы Болгария была уже такая в сфере влияния Византии полностью. Фактически Орда и Византия хотят разделить Болгарию. То есть болгары спасают независимость своей страны. Но вот в этих условиях, между прочим, Мария, вдова Константина, она решила помириться с Ивайло и даже вышла за него замуж. То есть они как бы объединили вот эти две партии, чтобы страну объединить. И Ивайло был официально провозглашен царем, однако ему пришлось воевать на два фронта. И с Золотой Ордой на севере, и с Византией на юге. Ну вот он сначала разбил византийцев. Потом он перебросил свои войска на Дунай и пытался на Дунае в городе Доростов сдержать ордынцев. Пока он там сидел в Доростоле, пошли слухи, что его вообще убили, и поэтому Иван Осень, который вот поставили его византийцы, вошел в Тырново, провозгласил себя царем и захватил как раз Марию, то есть жену вот эту Ивайла, и ее сына Михаила, их отправили в Византию. Однако 17 июля 79 года Ивайло и византийцы опять устроили сражение, в котором он греков полностью разбил, несмотря на то, что греки его превосходили, во много раз были лучше вооружены. Но вот болгары, поскольку свою страну обороняли, они были лучше мотивированы, они разбили греков. И еще вторую армию тоже разбили. Однако у него начали сторонники его все меньше было, потому что их истребляли во всех этих битвах. Бояре устроили против него заговор, поэтому в 80-м году Иван, этот самый третий, то есть вот этот пастух Ивайло, он бежал из столицы Тырнова, захватив всю казну. А бояре изгнали Георгия Тартера, избрали царем Георгия Тартера. В Золотую же Орду бежал еще и этот царь Иван Осень, который был второй претендент на престол. В результате хан там угорал, Нагай, водил с собой этих двух болгарских царей и говорил, что у него тут два, короче, претендента на болгарский престол, два царя и так далее. Однако темник Нагай, он убил Ивайла. Естественно, вот в Золотой Орде там часто убивали, но вот они и своих убивали, это как бы вот у них было принято. И как раз Ивайла погиб, получается, в Золотой Орде, пытаясь получить помощь у монголов и снова захватить власть Болгарии. Но, тем не менее, очень популярная личность в Болгарии. Его там
вожди крестьянских восстаний против турков, тоже часто себя называли Ивайло. И болгарские классики писали о нем произведения. Иван Вазов написал историческую драму о нем Ивайло, и множество всяческих других болгарских романов ему посвящено.